5 часов в самолете, и мы на месте. За моей спиной Бурдж-Халифа. Друзья, сюда мы приехали для того, чтобы записать серию роликов, в том числе записать вот этот шикарный сюжет о том, как в Дубае сегодня рынок недвижимости строится. Мы пообщаемся с разными людьми, мы вам покажем, с какими самыми частыми ошибками сталкиваются здесь люди и становятся обманутыми. Расскажем вам позитивные истории жизни, посмотрим на недвижимость, пройдемся по ряду объектов и покажем, что можно купить из доступного, что стоит уже хороших денег. Таким образом, этот сюжет будет максимально насыщен по информации, и каждый из вас, даже если человек не задумывается о покупке недвижимости здесь, узнает для себя что-то новенькое и интересное. В этом ролике вы услышите истории переездов людей из России в Дубай, вы узнаете, каково здесь вести бизнес. Посмотрите в глаза этим людям, послушайте, что они рассказывают, ведь они здесь живут и зарабатывают деньги. В нашей стране сейчас холодно, слякотная погода, а здесь мы вас как минимум зарядим хорошей картинкой, жарким летом. Ну и, конечно же, те, у кого денежки есть, узнают, куда их здесь можно вложить. Знакомьтесь, друзья, Алексей Гальцев, генеральный директор компании «Реалист». Первое, что возникает, когда смотришь на Алексея, очень сильно похож на Стива Джобса. Алексей говорит регулярно, ему об этом говорят. Ребята, 31 год человеку. Лех, вот давай по-живому, по-житейски, расскажи, пожалуйста, до приезда в Дубай, чем ты занимался и где? Я родился под Казанью, где-то в 15 лет начал заниматься, пытаться бизнесом. У меня были кальяны, тогда это было там, 15 лет назад еще не так популярно, как сейчас. Из особенностей, наверняка, что у меня эти кальяны стояли в стрип-клубах, мне было тогда 15 лет, это, у меня была уже борода, и мне верили, что я взрослый, вот, а мне было двойной кайф. У тебя есть борода, я скажу тебе, да? Да, и бизнес, и классно было, вот, бесплатно. И после этого я перешел в риэлторство, начал продавать недвижимость, это были загородные участки Московской области. Я решил, что бизнес прет, начал нанимать людей, дорос где-то до 80 человек, появились какие-то деньги, начал инвестировать в землю. И с тех времен сделал там 300 сделок по земле, по недвижимости. В общем, я неплохо в этом разбираюсь. Это Москва и Московская область? Это была Московская область. Деньги шли, работа есть. Как вообще пришла мысль в 2022 году уехать в Дубай? Я сделал акцент. Нам рассказывают, есть Америка, приезжайте, там американская мечта. Говорят, Европа, вот там очень педантичный подход, хорошие люди. Есть Таиланд, есть другие страны, но все выбирают почему-то Дубай. Почему выбрал его ты? Слушай, я наверняка отношусь к новодубайским, которые приехали недавно, и поскольку у меня IT-бизнес, я решил, что нам теперь нужно выходить на международную арену уже с другой точки, уже не из Москвы. Поэтому мы перевезли всю команду в Дубай, открыли здесь офис, наладили здесь все отношения с правительством, с девелоперами, с недвижимостью, с инвестициями, и решили, что Дубай – это сейчас новая Мекка. Я объясню две причины, потому что первая сейчас – нефть высокая. Дубай, Эмираты – это нефтеносная страна, Саудовская Аравия тоже. У них сейчас все только начинается. А вот Москва 2002-2003 года – это сейчас Дубай. Здесь еще все только начинается, у них в следующие 10 лет будет огромный рост. В это я верю, поэтому я перевез свою компанию сюда. Слушай, а подскажи, пожалуйста, вот я зачастую слышу, даже когда мы снимаем по Москве, что очень часто люди с мозгами из риэлторства переходят в IT-компанию. Вот можешь объяснить, как этот происходит переход? Что такое риэлторство, все прекрасно знают. Но как риэлтор становится айтишником, вот это не совсем понятно. У меня был жесткий переход. Я заработал нормальное количество денег и пришел на какой-то ивент в Москве. Тогда у меня была компания, там 80 или 100 сотрудников. И чуваки рассказывали, как они сделали сервис по аренде, знаешь, таких помещений в отелях для конференций. И онлайн можно было забронировать. И они сказали такую фразу, что нам дали 5 миллионов долларов на развитие. Вот мы сделали только сайт, еще ничего нет. Я вот минут сижу и понимаю, что что-то я не тем занимаюсь. То есть 5 миллионов баксов мне тогда было нереально заработать. Я зарабатывал где-то миллион в год, наверняка. Долларов. Максимум, да. И я думаю, что-то я не тем занимаюсь. Я на следующее утро проснулся и думаю, надо в IT переходить. Что-то это слишком какая-то история тяжелая. Так.
Я начал переходить в IT, нанял студию, я тогда в IT вообще ничего не понимал. Uh-huh. Нанял студию, заплатил им деньги, пришел с идеей, говорю, давайте, сделки будут онлайн, это было где-то 8 лет назад, давайте будем покупать, продавать. Те такие сказали, крутая идея, давай деньги, мы все сделаем. Я давал деньги, давал. И в итоге проект так и не вышел, потому что по очевидным причинам, да, потому что если ты в этом не разбираешься, поднять IT-бизнес вообще нереально. Ребята, везде, когда ты в чем-то не разбираешься, вот подчеркиваю, огромная аудитория – это взрослые люди, которые просматривают ролики. Перенимайте чужой жизненный опыт. Вот человек вам по-живому рассказывает. Захотелось заработать, начал вкладываться, приехали. Здравствуйте. Дальше. Да, и получилось так, что я потратил все деньги, которые у меня были. Родные перестали поддерживать мою идею где-то на уровне, когда мы потратили двухзначную сумму в миллионах рублей. И я там условно от безысходности решил поехать в Нью-Йорк. Я прожил 2 года в Нью-Йорке, развивая IT-компанию, пытался поднять там деньги, инвестиции, у меня ничего не получалось. Просто было очень плохо, были моменты даже в жизни, когда я заходил в кафе и понимал, что мне сейчас нужно, сидя за столом в кафе, что-то продать, чтобы какие-то деньги получить, чтобы кофе в кафе оплатить. И так я перешел к инфобизнесу, кстати. Серьезно, я только потом понял, почему инфобизнесмены как бы рождаются. У меня серьезно был случай, я пришел в кафе, у меня до этого был назначен бесплатный вебинар для того, чтобы риэлторов обучать, как им там продавать, потому что это у меня был опыт. Так. В IT у меня все сложно было, ничего не получалось. И я пришел, заказал кофе, я помню, сижу, оно стоило 3,25. Ага. У меня не было этих денег, 3,25. И попросить уже не у кого было, потому что все, кредитки, уже все спрошено. Да, уже кредиты уже там миллионами висят, уже все есть. И у меня бесплатный вебинар, туда приходит 10 человек, которые заранее были там подготовлены. Я понимаю, что на этом вебинаре мне надо было продать кому-то что-то, чтобы заплатить за кофе и как бы вернуться домой к жене и сказать, что у нас там на следующие 2 дня есть деньги. 20 баксов, так. Да, да. Ага. И случился случай, что да, я сделал вебинар, и женщина с Ростова-на-Дону, с юга откуда-то, купила его за 25 тысяч, и я потом ее менторил 4 недели. Вот, она спасла мне жизнь в тот момент. Слушай, раз мы заговорили про инфобизнес, вот внеси свою ясность как человек, который через это прошел. Вот зачастую у нас всех инфобизнесменов хейтят. Все плохо, потому что продают услугу из серии там «Воздух», как считают. Но при этом ты же, передавая свои знания, вот человек, например, спрашивает у тебя, может в дальнейшем заработать денег, реальных денег. Как ты считаешь, все-таки это хейт больше или это от непонимания? Слушай, я из той темы, после того, как заработал эти деньги, сразу ушел, потому что я начал по-другому зарабатывать. Но тогда был такой кризисный момент, я понял, что знания продать можно только так. Uh-huh. То есть по-другому никак не передашь. Я думаю, что весь инфобизнес делится на 2 категории. Первое, люди делегируют свои знания другим, то, что они реально знают. И второе, то, что они умеют прочитать умные книжки и запаковать это так, что они как будто знают эту всю историю и рассказывать об этом. Вот инфобизнес чем отличается? Такой цыганский инфобизнес – это прочитать умные книжки, переупаковать и разжевать эту аудиторию, выдать. Это плохо, потому что ты сам не знаешь, о чем говоришь, ты это не прожил, не знаешь, у тебя опыта нет, но ты делаешь вид, что ты знаешь. И всех других унижаешь, что они не знают. А мы с вами перемещаемся на место, где еще недавно были поля, а сейчас идет активная застройка новых жилых комплексов. Ребята, ну посмотрите в эту сторону. Ты покупаешь себе квартиру и живешь с видом на Бурдж-Халифа, с видом на центр города. В чем изюминка? Подходим ближе, что когда наступит ночь и будет попрохладней, вот этой дымки не будет, и у тебя будет шикарный вид на ночной город. За нашей спиной жилой комплекс вот из серии, я бы сказал, доступного жилья. Сейчас приедет человек, специалист в своем деле, 10 лет занимается недвижимостью в Дубае, и он нам все детально расскажет и покажет квартирки. Вот для вашего понимания. Идет активная стройка, но здесь уже все продано. То бишь сейчас ты уже ничего не купишь от застройщика, если только от частника. Когда мы сюда приехали, оператор первым делом, что сделал, это потрогал песок. Типа, блин, мы приехали в Дубай, наконец-то я дотянулся из серии, там, знаете, до реальной земли. Потому что везде, где мы ходим по городу, плитка, и все чисто, аккуратно. Подходим ближе. Вот обратите внимание, может сложиться впечатление, что да как-то оно неуютно. Но вы должны понимать, ребята, что это Дубай. А здесь все делают как положено и на совесть. Вот тут этот котлован, который вы видите, уже можете себе представлять, что это будет огромный бассейн.
Они его называют «Лагуна». Рядом с бассейном будет прилегающая территория, как пляжи, зона для променада. Соответственно, сделают искусственные насаждения, но реальные насаждения, потому что, сами понимаете, здесь ничего не растет. Постоянно нужна хорошая система полива. Глубина бассейна, говорят, будет 1,80 м, но в ширину он должен быть около 40 метров. Сейчас в Дубай перетекает вся бизнес-индустрия, такая движовая, да, не газ, нефть. Все, что было связано с IT, с инвестициями, недвижимость, все, что не около государственной структуры, они все сюда переходят, потому что здесь, очевидно, рынок сейчас растет, и отсюда можно делать международный бизнес. Из России международный бизнес сейчас делать намного сложнее. И в России рынок сдувается. То есть все понимают, что это эскалатор, который сейчас вниз идет на самом деле, и ты должен бежать намного быстрее, чтобы там, выжить, да, в этой истории. Все, что не связано с государством, это IT. Вот у меня, например, история в том, что мы делаем софт для того, чтобы люди находили инвестиционные объекты недвижимости легче. Типа не доска, не доска объявлений, а ты кликаешь, он говорит, вот это вот территория лучше всего для инвестиций сегодня, потому что там лучшие показатели. Это помогает людям. Могу ли я там из Москвы сейчас сделать международный бизнес? Скорее всего, не могу. Вот на сегодня у нас открыт Дубай и еще где-то 20 городов в мире. Как этим всем управлять сейчас из Москвы, не очень понятно. Поэтому все переехали сюда. Плюс сюда релоцируется, на самом деле, большой капитал. Потому что здесь тихая гавань. И вообще Дубай, когда что-то в мире происходит вокруг, Дубай взлетает. Потому что в Дубае все, знаешь, как бы приезжают пересидеть несколько лет, пока все уляжется. И это касается не только России, это касается всего мира. Смотри, здесь в основном кто? Индусы, китайцы, англичане, но они с паспортом английским, но они могут быть разной национальности. Русские, давай русскоязычные скажем, потому что на самом деле Украина и Белоруссия, Казахстан русскоязычные, и Африка. То есть Латинская Америка, например, сюда не едет далеко. Да, США здесь тоже очень мало американцев, австралийцев нет. Там из Индонезии уже далековато. Вот Дубай – это та история, когда все в мире начинает бурлить, все сюда релоцируются. Почему? Здесь стабильная валюта. Здесь безопасно очень, на самом деле. Когда была арабская весна, помнишь, все бастовали там и так далее. Здесь была тишь да гладь. И сюда приезжало много капитала из Египта, из Ливии и так далее. То же самое сейчас происходит. Сейчас в мире нестабильно, идет кризис, идут политические перипетии, поэтому люди приезжают сюда. Ты сюда приехал с точки зрения заработка, в первую очередь создать здесь бизнес. Вот расскажи, пожалуйста, вот эту грань. В России, когда ты начал вкладывать деньги в IT, хрень полная получилась, откровенно говоря. Сюда же ты приезжаешь, сейчас начинаешь здесь вкладывать. Здесь все по-другому происходит? Здесь реально больше возможностей, я тебе скажу. Вот, например, здесь правительство очень открыто к искусственному интеллекту. Есть даже Министерство искусственного интеллекта. Мы сейчас вот с ними взаимодействуем. Мы хотим этой стране предложить первой вообще в мире делать онлайн-покупки недвижимости. Вот, например, люди хотят купить не новостройку здесь, в Дубае. Еще же ничего нет, котлован. Да. Они сюда приезжают, бумаги, все вот это делается. Мы предложили сейчас министерству и сказали, ребята, давайте сделаем безопасную историю, где люди из Китая, из России, из Украины, откуда угодно, могут покупать онлайн. Им не надо было бы ехать. Они захотели, купили, все, довольны. И ждут, пока дом достроится. Инициатива вызвала очень большой резонанс. И я думаю, что первая страна, которая это сделает с нашей помощью, это как раз-таки здесь будет. Но это, получается, вы предложили, ваша компания? Наша компания, да. Слушай, ну а вот с точки зрения предложения, это все так легко происходит? То есть действительно власти слышат, предприниматели, понятно, что не по одному щелчку, да, там есть 20 переговоров, да, 20 встреч, которые надо сделать. Но в России это вообще было бесполезно делать. То есть в России мы, я тебе так скажу, мы за последний год, давай за последние полтора года мы сделали больше 400 встреч. Девелоперы, банки и прочее. У меня есть интеграция в России, у меня заинтегрировано 5 банков, 15 девелоперов. Но это 400 встреч надо было сделать. То есть сами банки, когда мы предлагали, сказали, типа, ребят, есть технология, давайте сейчас выкупать с рынка квартиры, которая дешевле продается, и перепродать, вы будете ипотеку делать. Нам не удалось практически ни один банк убедить. Вот скажи мне, пожалуйста, вот, чтобы любому сейчас было понятно, вот ключевая цель вашего продукта. Вот сидит человек, вот чем ты ему можешь помочь как представитель компании? Вот что он, за какую услугу он к вам непосредственно может обратиться? Смотри, это все бесплатно. Это услуги, они онлайн. Давай так скажу. Ты же знаешь, вот доски объявлений, где недвижимость ищут. Так. Вот есть в России, есть тут местные и так далее. Если ты ищешь для инвестиций, у тебя три сценария. Первое, ты хочешь купить и потом в аренду сдавать. Второе, ты хочешь купить и перепродать. И третье, ты хочешь купить надолго и через 5 лет продать дороже. Так. Ну, три сценария инвестиций обычно бывают.
Тебе, чтобы найти подходящий вариант, тебе нужно где-то месяц-два вариться в рынке, смотреть, звонить, ездить и так далее. Да, ты должен анализировать это все руками. Uh-huh. Если используешь риэлтора, то риэлтор не всегда объективен, он не знает этих цифр, они не инвесторы. Да, они могут просто тебя дискоммуницировать, и ты ошибешься, да. Потеряешь деньги. Вот моя технология тебе за секунды показывает, где сейчас лучшая квартира, чтобы ее купить и сдавать в аренду. Или какие квартиры сейчас продаются с дисконтом, угу. Да, где ты можешь купить дешевле, вот чем аналоги. Отсюда вопрос сразу. Да. А как можно быть в этом уверенным, что то, что вы создали, вот зашел человек, он вашу программу показывает условно, да. Вот эта квартира сейчас самая выгодная, да. Для инвестиции. А он начнет сам искать, там, месяц повариться, и потом выяснить то, что другая была выгоднее. Как это происходит? Очень просто. В технологии это объясняется. Ты кликаешь, сейчас тебе говорят, что здесь доходность 5% годовых от аренды. Ты можешь кликнуть, и тебе покажут, какая аренда сейчас сдается, во сколько. Mm-hmm. И какие квартиры были сданы за прошедшие 2 месяца. За какую сумму, сколько их было сдано и так далее. То же самое, какие квартиры были проданы за последние 2-3 месяца. В России, например, эту информацию ни у кого не посмотреть, только мы такое создали. Угу. Раз, два, три. Хочу внести небольшую ясность и поправку от себя. Вот фишку, которую создает Алексей и его команда, это на самом деле очень удобно. Вот смотрите, чем-то она мне напоминает мою деятельность, когда я ищу человеку машину по всей стране по наиболее выгодной цене. Вручную садишься, все ищешь, это занимает время. Здесь же ты приходишь, и ты можешь определиться и понять, какая недвижимость подойдет тебе, например, с точки зрения инвестиций, с точки зрения для того, чтобы в ней проживать. Но в первую очередь они, конечно же, делают акцент на инвестиции. Интересно посмотреть, как вообще эти квартиры выглядят в Дубае. Поэтому давайте сейчас мы поэтапно с вами пройдемся по студии, однокомнатной и двухкомнатной квартире. Фирус, специалист в своем деле, а дело его – это недвижимость. Последние 10 лет живет в Дубае, ориентируется во всех цифрах. Таким образом, вот этот человек для нас – кладезь информации полезной. Фирус, расскажи кратенько о себе. Где ты жил до Дубая, почему ты решил переехать сюда, почему ты занимаешься недвижимостью, а не какой-то другой деятельностью? Я живу здесь уже последние 10 лет, до этого жил в Таджикистане, откуда я родом. Прилетел сюда, когда мне было 19, прилетел отдыхать, и так получилось, что понравилось мне здесь в целом, и я решил остаться. Нашел работу, занимался часами, 2 года продавал часы в магазине, а потом начал заниматься недвижимостью. То есть последние 8 лет я уже занимаюсь недвижимостью непосредственно. Расскажи, пожалуйста, ты какие языки, получается, знаешь? Вот английский, форме. Русский, фарси, таджикский. А арабский? Арабский понимаю немножко, какую-то базовую коммуникацию могу вести, какие-то фразы знаю, но в целом, прям чтобы говорить, нет, наверное. Наверное, расскажу в целом про легализацию здесь человека как жителя Дубая. Есть несколько способов легализоваться. Один из них – это самое простое, наверное, устройство на работу. Компания предоставляет резидент визу, она действует обычно 2 года, и каждые 2 года автоматически обновляется. Uh-huh. Есть возможность получить такую же визу резидента, купив недвижимость. Правда, она будет тогда действовать 3 года, и вы будете как инвестор числиться. Либо открыть свою компанию здесь, uh-huh. Открыть юрлицо. Фирус, где мы и что здесь вообще строится? Расскажи. Мы находимся в комплексе Азизи Ривьера, который буквально в 10 минутах езды от даунтауна, то есть от центра города. Это, если брать по бюджетности, наверное, самый бюджетный проект, который можно купить в центре города Дубай, потому что фактически это центр, uh-huh. Это развивающийся новый район, в котором будет, где мы сейчас стоим, Кристальная лагуна, то есть здесь будет даже доступ к пляжу. Недалеко здесь строится огромный торговый центр, который будет больше, чем Дубай Молл. Uh-huh. Поющие фонтаны, очень много инфраструктуры развивается в целом в этой местности. Вообще, сам район назван в честь шейха Дубая, Мухаммед бин Рашид Сити. Это его, можно сказать, такое детище, да, то есть этот район развивается как новый центр Дубая. Вот. И Азизи Ривьера – это самый бюджетный здесь комплекс, получается. Ну, насколько я понимаю, первые корпуса, возле которых мы находимся, построены. Они уже сданы, но пока здесь люди не живут в силу того, что идет до благоустройства территории. Когда здесь уже вот должно быть финал? Они это делают постепенно, по фазам. То есть сдавать квартиры будут в течение этого года, первую фазу до конца этого года будут постепенно идти сдачи. А в целом, если говорить про инфраструктуру и про комплекс, я думаю, еще пару лет точно потребуется на то, чтобы это все благоустроить. Короче, друзья, таким образом мы сейчас с вами отправляемся внутрь и посмотрим, что представляет из себя жилой комплекс. Вот как его правильно назвать? Эконом-класс, бизнес-класс, комфорт-класс? Это же не прям премиалка какая-то. Это, да, это не премиалка. Если сравнивать там с российскими комплексами, я бы, наверное,
Комфорт, мне кажется. Все-таки, да, это что-то между там, бизнесом и экономом, получается комфорт. Комфорт плюс. Да. Пойдемте внутрь, сейчас нам все расскажут, покажут, что из себя комфорт плюс в Дубае представляет. Фирус, заходи, пожалуйста, и расскажи нам, куда мы попали. Я представляю, что это подъезд. Ну, подъезд, по-нашему, да, просто подъезд, здесь это называется лобби. Так оно выглядит в жилье как раз-таки комфорт-класса, о котором мы говорили. У нас круглосуточная охрана здесь, небольшая лаунж-зона, чтобы там кого-то подождать, отдохнуть, ну и лифты. И портреты – это шейхи? Это правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид и его сыновья. Коронованный принц шейх Хамдан. Мы с вами поднимаемся на этаж. Лифты, я заметил, очень тихие везде и быстрые. Да, вроде быстро. Бы восьмой, кнопочку нажали, а мы уже на месте. Уже на нем. И вот нас встречает так называемый подъезд. Коридор, да. Два крыла, направо и налево. И налево, все верно. Мы сейчас заходим в студию, примерно 30 квадратных метров ребята, площади. Знакомьтесь. С правой стороны небольшая, но функциональная кухня. А здесь расскажи, пожалуйста, вот кухня, смотри, идет, она идет на газу, правильно? Да. Раз-два. То есть это уже застройщик продает? Продает, то есть квартира сдается вот в такой отделке. С кухней, с кухонной техникой и с мебелью. Ну, кухонной мебелью. Которая есть. То есть условно можно занести диванчик, расстелить его и уже лечь отдыхать, спать. Да. Вот это для чего сделано? Чтобы полы мыть? Это сток воды, да, чтобы мыть полы, чтобы вода стекала сюда. Так, включаем свет. Свет у нас не подключен, так как здание еще не функционирует. Ага. Но здесь у нас получается санузел из серии только унитаз? Унитаз и душ слева еще там. А, ребята, смотрите, как интересно. А я не заметил сначала. Соответственно, тоже утоплен душ. Места не так много, но и имейте в виду, это студия, это друзья. Это студия, да, это бюджетное жилье. Для человека, который приехал там сюда один или для молодой пары, это достаточно места. С точки зрения пожарной безопасности, как мне кажется, все на высшем уровне. Несмотря на то, что все из бетона, тем не менее, огнетушитель висит, щиток у вас находится внутри квартиры. Вот это специальное покрывало. Это покрывало для того, чтобы накидывать на огонь. Вот это, друзья, реально тема. Это домофон, с помощью которого мы можем связываться. Да. Ну и проходим дальше. Здесь у нас общее пространство. Два встроенных шкафа. Встроенные шкафы, да. Вот обратите еще внимание, что здесь везде сделано двухуровневые как бы потолки. То есть здесь он пониже, а здесь повыше. Кислород. Да, там система кондиционирования, и она сюда выдувает воздух, получается. И он циркулирует. С одной стороны выдувает, с одной стороны затягивает. А он то пожарная безопасность. Это пожарная безопасность. Да. А вот это что такое? Это управление кондиционером. Пойдем дальше. Самое интересное для нас, потому что всегда у нас холодрыга собачья, и многие хотят переехать для того, чтобы вот как раз можно было открыть окошко, как вы заметили. Они притонированы, то бишь мы открыли прям много солнца. Выходим на балкон, он примерно по ощущениям, наверное, 2 да, квадратных метра, плюс-минус. Примерно так, плюс-минус, да. И вот такой вид у вас будет открываться. Вы видите даунтаун, снизу у вас будет лагуна. Лагуна, да. И вот оно все, застроечка идет. То есть здесь везде будут жилые дома или это какие-то частные дома? С этой стороны будут частные виллы, такого же размера, как мы видим здесь внизу. У нас там две школы уже, которые оперируют. Ну и это тоже жилой комплекс получается. Ну, расскажи самое интересное, сколько вот такая студия стоит? Такая студия, если говорить о том, что можно приобрести сейчас, можно приобрести в строящемся доме, потому что эти фазы, которые уже почти готовы, они проданы практически. Но студию такую можно приобрести примерно за 170 тысяч долларов. И вам нужно будет всего лишь оплатить 30%. И ждать конца строительства. Остальные 70 оплачиваются при получении ключей по факту. И цена не меняется, естественно, фиксируется. Да. В этом плане здесь точно строго. То есть да, не получится конечно. Так, что sorry, excuse me, мистер, не 170, а 270. Нет, конечно нет, потому что при покупке вы подписываете договор купли-продажи, который регистрируется в земельном департаменте, вы получаете сертификат о владении, даже если это строящаяся недвижимость, у вас уже по факту есть право ее перепродать. 170 тысяч долларов раз. Дальше. Коммунальные платежи. Ежемесячно нужно платить. И в коммунальные платежи, чтобы вы понимали, входит, ну, естественно, консьерж. Что вот еще? Электричество, газ? Электричество, нет. Здесь разделяется это на два типа платежей. То есть есть обязательные платежи, которые вы платите как хозяин квартиры. Это включает в себя лифты,
уборку общих помещений, там коридоров, консьерж-охрана. И чаще всего в зданиях такого класса вы получаете дополнительно доступ к тренажерному залу, к бассейну, что, в принципе, здесь тоже предусмотрено, и платите за это. А если вы живете сами в этой квартире, то отдельно платите за свет и за воду. Если мы говорим в цифрах, то ежегодно платить за такую площадь, 30 квадратных метров, за обслуживание здания вам придется, наверное, около там, максимум 2000 долларов, даже чуть-чуть меньше. Ну и к этим 2000 долларов мы можем плюсануть, ну, каждый месяц плюс 50 долларов за, допустим, тот же самый свет, свет, газ, интернет. И газ будет стоить где-то 150 долларов в месяц. 150 долларов в месяц. Минимально. То есть таким образом примерно уже там 4000 долларов в год. И делим на 12, таким образом получается цифра ежемесячного платежа. А у людей, потенциально новых пользователей, к такому сервису вообще какое-то доверие есть? Потому что, знаешь, вот все, что новое, обычно воспринимается в штыки. Вот предприниматели, да, они новые там любят, поддерживают, вникают. Но народ, как правило, изначально от всего отбрыкивается. Да не надо, я лучше по старинке. Ты что скажешь? Я тебе могу пример привести. Когда мы эту технологию создавали, нам нужны были деньги. И когда ты делаешь что-то новое или технологию, тебе нужны венчурные деньги. Грубо говоря, люди, которые готовы рисковать. Да? И это люди профессионалы, и они очень редко в России кому-либо деньги дают. Мы в итоге сделали следующее. Мы выпустили технологию, отдали ее людям пользоваться, и потом сказали, ребята, кто хочет там, в нас проинвестировать, welcome. Сейчас у нас 82 акционера, и все деньги, которые в компании фигурируют там, или на развитие даются, даются пользователями. То есть это ответ на вопрос, верят они или это или нет. Деньги дают, инвестируют, значит верят. Знакомьтесь, шикарная девушка Анастасия. 23 года, похожа на Милу Йовович. Всем привет. Простыми словами, чтобы любому было понятно, основная твоя задача, кого привлечь в компанию? Инвесторов, найти каких-то толковых людей в штат специалистов или что? Вот, чтобы понятно было. Да, хороший вопрос. Я такой достаточно многопрофильный игрок. Я всегда чувствую запрос компании, да, на уровне бизнеса. Например, открыть локацию, либо запустить новый продукт. И я всегда знаю, как этот процесс, да, декомпозировать в коммуникационную стратегию, условно. Ну, если не умными, да, словами, я всегда знаю, что моим ребятам в бизнесе нужно. Потому что я в коммуникациях, то есть я всегда на фронте. Я не внутри, не в бэк-части, не в операционке. Мне ребята приходят с запросами, и я всегда знаю, как его разложить на какие-то простые шаги. Сейчас моя самая главная задача – это открытие локаций. Я отвечаю за глобальную экспансию реалиста, а следовательно, мне нужно ответить на вопросы. Первое – быстрая высадка в локации, следовательно, первый поиск партнера, да, в локации. Мы ищем сейчас партнеров, например, в России, которые с нами, да, будут развивать продукты реалиста и помогать нашей глобальной экспансии. Также я, например, сейчас развиваю рынок Саудовской Аравии и Рияда. Условно, у меня там задача сейчас есть, у нас есть там инвесторы, которые хотят вложить деньги. Я сейчас там регистрирую нашу компанию и ищу первого SEO, да, то есть человека, партнера, управляющего, который возьмет на себя роль главного по рынку Саудовской Аравии. Это первая история. Вторая история, для того, чтобы компания быстро продвигаться, естественно, нужны правильные люди, там, скажем так, высших кругах, да, то есть это адвайзеры. Адвайзеры – это те люди, большие профи в вашей сфере у нас, это на рынке недвижимости, в инвестиционной сфере, которые проработали там уже около 20 лет, у них очень много есть трофеев на полке, и они присоединяются к стартапу, как советчики, делятся с тобой правильными связями. Естественно, для нас, например, рынок Дубая – это абсолютно новый рынок. То есть для того, чтобы мы тут стали локалами, да, основными, это нужно, чтобы прошло 20 лет. У нас столько времени нет, поэтому мы ищем всегда быстрые механики и классные люди на борту компании, это такой первый шаг, очень важный. Поэтому, например, мы привлекли адвайзеров, там, Ахмед Алинази, да, там, партнер и генеральный директор крупного диджитал-банка, такого как Тинькофф, только из TCPay, там, это самый крупнейший сейчас диджитал-банк. Второй адвайзер, например, это топ-менеджер SEO, там, очень крупные строительные компании, которые строят здесь градостроительные, да, объекты, там, такого уровня значения, там, государства, не просто, там, недвижимость на уровне, там, не знаю, жилья, она строит коммерческую недвижимость и так далее, вот. Общаемся со многими людьми, мы общаемся здесь с разными миллиардерами, да, людьми, которые основали эти компании, очень много заработали. Эти люди помогают компании быстро расти и
быстро развиваться, потому что помогает как интеллектуальными, да, своими ресурсами, грубо говоря, своим опытом и своими мозгами. Они уже на этом рынке давно, там, с 80-го года, с 90-х, да, они видели абсолютно здесь все взлеты и падения, они могут поделиться этим опытом. То есть нам не нужно проживать этот опыт 20 лет, как они. Мы его можем взять готовый. Если залезть в интернет и написать «Дубай», «Объединенные Арабские Эмираты», то вылетает огромное количество роликов на разном языке, где нам рассказывают, что раньше была пустыня, потом раз, два, три, построился огромный город. Смотри, здесь в Дубае почти все физические лица, инвесторы, либо хотят такими быть. Не так много людей здесь живет полный год. В основном люди сюда приезжают на какое-то время. И чтобы понять, здесь в Дубае 10% это местное население, 90% не местное. Это вот люди ото всех стран. Есть нюанс. Дубай сейчас на хайпе, все об этом говорят, и в русскоязычном сообществе, и нет. Я тебе так скажу, скупается сейчас здесь все, риэлторы зарабатывают десятками миллионов долларов комиссии. Комиссии. Девелоперы платят комиссию от 5%, ну, от 3, давайте скажем, от 3 до 10. То есть это сумасшедшие деньги сейчас. И это складывает определенный рынок такой, что главное продать, а там как бы не расти трава. И в Дубае так было уже не раз. Дубай очень волатилен, у него цены взлетали, падали, там почти это было очень быстро, почти моментально. Я тебе так скажу, те люди, которые сейчас покупают в Дубае и не разбираются в цифрах. Вот внимательно слушайте. И те, которые рассчитывают на экспертов, но сами не могут это проверить, либо эксперты просто не могут объяснить эти цифры, скорее всего потеряют деньги через следующие 3 года. Дубай будет расти. По моему убеждению, где-то по 8% в год, но этого все равно не хватит, если тебе продали квартиру в 1,5-2 раза дороже, чем она реально стоила. И это возможно. Ты на хайпе, тебе приходит человек, говорит, 10 годовых, будем встречать тебя на лимузине, когда ты будешь приезжать. Это реальные случаи. То есть реальные случаи, людям это обещают здесь и часто, что ты будешь прилетать, мы тебя встретим на Бентли, привезем тебя в этот номер, который там купил, или в эту квартиру, ты там поживешь месяц, все остальное время будем сдавать, ты будешь получать 10 годовых, звучит вообще как сказка, да? Да. И люди на это, конечно, ведутся и верят в это, потому что сами не могут эти цифры проверить, и просто им завышено там в 1,5 раза на 50-60% продают то, что можно было купить. Еще очень часто люди покупают в новостройках, когда еще ничего нет, а цена на эту новостройку может быть выше, чем аналогичное построенное здание прямо рядом. Реально может быть выше. Почему? Потому что здесь арабская рассрочка действует. Ты 10% вносишь капитала, и потом в течение нескольких лет. Выгодно, кажется, да? Если ты считаешь, что все будет расти, то, блин, закинул, и оно уже растет. И на там, 100 тысяч долларов, условно, ты уже можешь купить одну целую квартиру, потом довкладывать. Вот на всем этом хайпе, если не разбираться в цифрах, есть те люди, на которых все заработают, очевидно. Невозможно платить 10% комиссии, понимаешь, да, чтобы все на этом заработали. И те, кто купил, и девелоперы, и брокеры, и все, на ком-то заработают однозначно. На ком заработают? На тех людях, которые поддадутся хайпу, придут, не глядя купят или в что-то поверят. Поэтому цифры сейчас имеют самое важное значение вообще, если ты покупаешь недвижку. Ты должен четко знать, сколько это будет в аренду, ты должен четко знать, сколько ежемесячный платеж вот в компанию, которая обслуживает управляющая компания. Ты должен четко знать, что ты покупаешь по хорошей цене. Если ты это не проверил, ты заплатишь за весь банкет. Я уверен, что вторая квартира вам понравится, вы скажете, о, это уже разговор. Но третья квартира, которая здесь, вы сейчас просто скажете, елки-моталки, я хочу показывать. Нас встречает одна комнатная квартира площадью примерно 57 квадратов. Ну да, под 60 квадратных метров. Зашли, прихожая, посмотрите, какая кухня. Вот покажите эту кухню вашей жене и скажи, дорогая, ты бы хотела на ней готовить завтрак, обед, ужин. Также идет сразу встроенная техника, стол, островок, все то, что любят наши с вами жены. Я уверен, большей части вот такая кухня, расположение понравится, удобно готовить. Раковина, можно открыть окошко. Да, вид. За счет того, что много света и вид красивый, готовить будет действительно очень приятно. Вид на две стороны, то есть получается и во двор, который с одной стороны плюс, с другой стороны минус, в силу того, что не все любят, вот когда, знаешь, окно в окно. Ну да. Но с другой стороны у тебя вид открывается также еще панорамный на город. На Бурдж-Халифу. На любителя квартира по-своему, но обратите внимание,
С каждой квартирой все становится везде побольше, в том числе и балкончик. Если там у нас был балкончик примерно 2 квадратных метра, то здесь он уже примерно, ну, плюс-минус там 3 квадратных метра. Мы выходим на балкон, можно расставить столик, да, поставить, ну, что обычно делают, и вы можете наслаждаться. Все то, что находится снизу, чем вы можете пользоваться, мы вам покажем, но чуть позже, да, чтобы вживую можно было увидеть. Мы идем с вами дальше, и тут нас встречает следующая история. Сюда вы можете поставить ваш встроенный шкаф. Шкаф, справа, да, здесь санузел. Так, санузел, душевая кабина, работает кондиционер здесь дополнительно. Мы сейчас закроем дверь, чтобы он нам не мешался. Ну и вот здесь ваша спальня, уже отдельная зона. Довольно просторная, со своим шкафом. Встроенным. Короче, завалился, спишь. Света более чем достаточно. Вот для всех тех, кто любит светлые квартиры, да. Я в частности люблю, мне это прям изумительно. Площадь 57 квадратов примерно. Угу. One bedroom, друзья. How much? One bedroom, 57 квадратов. Сейчас, на данный момент, примерно 300 тысяч долларов. От 300, я бы сказал. Вот такая. Да. А на этапе первой фазы, это как котлован. Да. Почем ее покупали люди? Такую квартиру примерно год назад можно было купить под 200. То есть там 190-200 тысяч долларов можно было ее купить. Короче, стандартная ситуация. Хочешь подешевле, пожалуйста, покупай на этапе котлована, на этапе строительства и жди. Важный момент, что здесь вариант такой, как бывает в некоторых странах. Ты купил и тебя бросили. Здесь такого не может этажа быть построили, до свидания. Априори, потому что государство еще в 2008 году ввело закон об эскроу-счетах, то есть каждый застройщик должен на каждый отдельный проект регистрировать трастовый счет, контролирует этот счет земельный департамент, и все деньги, которые ты платишь за там, строительство, за покупку этой недвижимости, они идут на этот счет. Застройщик может использовать эти деньги только на строительство объекта, то есть они их не могут вытащить и там, потратить на что угодно. Плюс застройщик сам должен положить половину стоимости объекта сейчас на этот счет и построить по факту за свои деньги. То есть, короче, мошенничество из серии, нет, что шарик лошарик, эскроу-счет, а потом деньги ушли и ни у кого ничего нет, здесь такое исключено. Нет, невозможно. Здесь люди чувствуют, что скоро что-то здесь произойдет очень классное. Естественно, они чувствуют, что приходит технологическая революция. Все мы видели, да, там успешный опыт Силиконовой долины, да, как когда создается большое комьюнити инвесторов, стартапов, идеи настолько быстро получают отклик, что экономика растет, развивается, штаты развиваются, да, там это сейчас первая венчурная экономика, и они чувствуют, да, в мини, там, Саудовская Аравия, ОАЭ, что они следующие. И они уже готовы, и когда мы приходим, да, с какой-то идеей, с запросом на помощь, на самом деле, во-первых, здесь не такая еще конкурентная среда, как, например, в Штатах, да, или там в Великобритании, или в Европе. И люди здесь достаточно открытые, неискушенные, они верят во многие идеи и помогают. Они готовы делиться опытом. Смотри, здесь многие люди покупают недвижимость не для того, чтобы в ней жить или сдавать. Многие люди покупают здесь недвижимость, чтобы запарковать деньги. Просто купил. Знаешь, вот в Москве, например, куча квартир продается в бетоне в домах, которые сданы были 10 лет назад. Угу. Как так получилось? Что там? Она не сдавалась, она просто 10 лет стояла в бетоне. Это парковочные деньги. Это в этот момент люди парковали деньги и забыли. Ты приехал в сентябре, это еще не сезон, да, вот когда будет октябрь, ноябрь там уже, да, вот тогда все будет заселено. Цены поднимутся в 3 раза на отели, все начнут покупать. Просто сейчас в отеле жить дешевле, чем в Москве здесь. Ну, серьезно? Да. То есть это просто дешевле. А когда цели поднимутся в 3 раза, все начнут переваливаться в суточную аренду, в месячную аренду, в такие, все будет гореть, да, то есть это просто не сезон. Не думай, что здесь, знаешь, как бы город-призрак такой, это не так, здесь много очень людей. Я говорю лишь про то, что очень легко, в цифрах не разобравшись, потом понять спустя 3, 2, 4 года о том, что, блин, ты в итоге ничего не заработал, а может быть, еще и потерял. Угу. Поэтому очень важно в цифрах разбираться. Но вот если ты разбираешься в цифрах, вот дай сходу совет людям вообще, вот сколько должно быть как минимум на руках денег, чтобы вообще можно было уже изучать тему покупки недвижимости, подчеркиваю, любой, в Дубае, там, коммерческую, офис купить, квартиру купить. От скольки начинается вообще разговор? Если с рассрочкой, то от 50 тысяч долларов можно уже искать. Но рассрочка тебе же нужно будет докладывать. Да. Давай так, самая дешевая квартира в Дубае сейчас продается за 100 тысяч долларов. Uh-huh. И она будет там в пустыне, но это будет нормальная квартира. Знаешь, как у нас там в Подмосковье условно. Uh-huh. То же самое. Я тебе больше скажу, Дубай еще сильно недооценен по сравнению с Москвой.
или там по сравнению с другими городами. Реально недооценен. Но есть проблема. Дубай очень волатилен из-за репутации. Угу. Если все газеты пестрят, что здесь все растет, сюда нахлынывает куча народу, эта куча народу с них срезают сливки риэлтосы, понимаешь? Они потом остаются недовольными, и вот эта вот волна начинает спадать, потому что люди становятся недовольны, они рассчитывали заработать много, они заработали. И на хайпе их, естественно, пошкурили. Режут, да. Пошкурили. Как знаешь, тут все как с IPO, с акциями, все то же самое. Вот, кто разбирается в этой теме, конечно, заработает очень много. Знакомьтесь, шикарная девушка Александра. Саш, привет. Тебе привет. Огромное спасибо, что пустила в гости. Расскажи в первую очередь, как сложился твой переезд. Когда ты переехала, насколько я знаю, ты как раз столкнулась со стандартной проблемой серии найти нормальную квартиру, найти нормального риэлтора, агента, кому как больше нравится. Угу. Вот эти вот банальные вещи, которые в первую очередь ощущает не все человек, который переезжает в новый город, новую страну. Вот расскажи, как это все было? Первое время я жила в гостинице, довольно долго было, потому что, ну, на самом деле, проживание в гостинице имеет тоже свои плюсы, там готовят завтраки, оттуда можно легко добраться, там, в разные части. А для того, чтобы снимать жилье, особенно если у тебя есть дети, нужно сначала выбрать школу. Так делают люди во всех цивилизованных странах, потому что стараются жить поближе к школе, тем более здесь школа начинается не как в Москве, а очень рано. То есть дети приезжают в школу, некоторые к 7:15, угу. Встают в 6. Некоторые уроки даже в 6:45 начинаются, это там нет. Занятия. Вот, поэтому выбирают сначала локацию, выбирают школу. И потом уже снимают, делают long-term rental. И опять же, я думаю, что вы это уже, наверное, знаете, чтобы заключить договор на долгосрочную аренду, на годовую, нужно иметь Emirates ID. Uh-huh. Пока его нет, можно делать только краткосрочную аренду на месяц. Там немножко другие уже ставки, другие условия. Ну, соответственно, у тебя на сегодняшний день есть уже Emirates ID? Мой Emirates ID, он в процессе от работодателя. Есть Emirates ID у моего мужа от его работодателя. И на основании этого вы уже можете спокойно снимать на долгосрочную аренду. Но я, например, как турист, который только приехал, максимум, что могу, это месяц-два, в рамках моей визы это 90 дней, правильно? Да, практически виза. Люди очень любят истории, когда все тяжело, сложно. Вот расскажи, пожалуйста, на какие грабли ты наступала, какие проблемы были при съеме квартиры? Тяжело, сложно, но в конце хорошо. Да. Окей, какие проблемы? Ну, сначала эту квартиру нужно найти. То есть для того, чтобы ее найти, вам нужно прошерстить доски объявлений, где, как мы все прекрасно знаем, есть куча фейков, там больше половины информации. Это либо фейковые объявления, либо которые просрочены, либо которые, знаете, как фишинг риэлторы используют, угу. Чтобы вас завлекать. Вы звоните, вам говорят, нет, вот такой квартиры нет, но есть там другая. Соответственно, вы тратите очень много времени на поездки с риэлторами. Поскольку сейчас рынок перегрет, сюда приехало огромное количество людей, и которые покупают, и которые снимают. Рынок продавца не только с точки зрения застройщика, но и с точки зрения вот, вторички, те, кто сдают. Соответственно, бывает так, что ты приезжаешь, ты 10-й в очереди, уже все приехали с залогами, и ты не успеваешь что-то снять. У нас, вот конкретно у меня, мы определились, что мы хотим Dubai Hills, выбрали школу, это тоже отдельный процесс, там... который длится несколько месяцев. Вот, все это, значит, выбрали, приезжаем, допустим, сюда, по пути нам звонит риэлтор, говорит, а у меня, говорит, все варианты закончились. То есть вы, конечно, приезжайте, но смотреть нам нечего. Вот, поэтому поиск, если у вас есть прям конкретная локация, которая вам нужна, и она еще и популярна и раскрученная, то это сложный процесс. Слушай, ну круто, в том плане, что недвижимости, с одной стороны, полно, но все самое ликвидное разлетается вот так. Да, да. Саш, давай перейдем к твоей теме, к твоей непосредственно работе. Чем ты здесь занимаешься, как ты зарабатываешь на жизнь? Приехав сюда, я... буквально 2 месяца смотрела разные проекты. Сюда приехало большое количество предпринимателей. Соответственно, был большой круг общения, можно было посмотреть, что за стартапы. И я присоединилась к Реалисту. Мне очень понравился этот стартап. Он классный, динамичный, здесь классная команда, продукт классный, такая реклама. Вот. И я отвечаю здесь за развитие бизнеса в Дубае. Ну и ты чем вот занимаешься? Можешь нам рассказать? Ты просыпаешься утром, и как проходит твой рабочий день? Какие основные у тебя задачи? Я просыпаюсь утром и еду сразу на встречу. То есть у меня где-то по 5, наверное, в среднем встреч в день. Это офлайн встречи в офисах застройщиков или зум-колы. Ну, в основном застройщики, банки, иногда government.
Ну а задача какая на этих встречах? О чем вы там договариваетесь? Есть разные линейки продуктов. То есть основной продукт – это технологическая платформа с искусственным интеллектом, которую используют профессиональные инвесторы в недвижимость для того, чтобы оценить разные варианты и выбрать для себя лучшие. В том числе можно дистанционно инвестировать в недвижимость в разных городах мира. Моя задача с точки зрения B2B – это интегрировать сюда девелоперов и найти лучшие варианты для наших инвесторов, получить от девелоперов лучшие варианты недвижимости с лучшими return on investment, самые привлекательные, с большими скидками, договориться об этом, прийти к нашим инвесторам и сказать: ребят, мы нашли и отобрали для вас самые лучшие варианты. Лех, скажи, очередь стоит, например, к тебе в компанию наших соотечественников, риэлторов со всей нашей страны? Ведь у нас, например, летом вообще была очень сильная просадка в недвижке, все стояло, мы снимаем про это сюжеты, где сами риэлторы рассказывают. Было 100% звонков, сейчас 5%. Ну, это чтобы вообще понятно в целом было. То есть народу ноль, там еле-еле кое-кто как-то продает. Многие ушли работать в такси, чтобы хоть что-то заработать. А ты рассказываешь то, что здесь можно неплохо заработать, и самое главное, движуха есть. Рвутся сюда? Кто-то понимает, рвется, да. Но кто сейчас уже приедет, я думаю, что они уже опаздывать будут. Потому что риэлторы здесь за последний год заработали... Ну, вот здесь есть агентство недвижимости, которые заработали 60 миллионов долларов за год. Это много, да, для Дубая? Это на секунду охереть, как много. Охереть. Вот это в мире охереть, как много, понимаешь. И таких агентств не одно. Таких агентств под двадцатку, ага, которые так сейчас здесь зарабатывают. То есть у них штат там от 500 до 1500 человек, и каждый риэлтор здесь закрывает там одну-две сделки в месяц. Это значит, что каждый риэлтор здесь зарабатывает где-то 20-30 тысяч долларов в месяц. Не все, конечно, но самые бойкие и динамичные. Тут со Средней Азии много людей, которые здесь уже давно. Знаешь, как бы те, которые не в Россию верили, а переехали 10 лет назад в Дубай. Вот они здесь на бабах сидели все это время, а последние два года их озолотили. Упало с неба, посыпалось. Да. Вот это антилопа, да, которая бьет. Денег посыпалось, и они сейчас себя очень хорошо чувствуют, конечно. И это минус. Минус, потому что они начали больше продавать и меньше заботиться о клиентах, о их вообще дальнейшем успехе. И это очень важно. Потому что если ты сейчас напродаешь здесь, ты заработаешь, но потом рынок рухнет, и ты опять будешь сидеть здесь 7 лет. Но это к вопросу о совести, и, как ты сказал, продай, а потом хоть трава не расти. Вот для, у некоторых сейчас подход весь рынок такой. Сейчас весь рынок такой, да. Сначала продажа, а потом как бы без разницы. Мы провели за последние 3 месяца больше 200 встреч. В основном это топ-менеджеры больших компаний-застройщиков. У нас уже налажены все контакты прямые. Мы можем напрямую получать лучшие эксклюзивные офферы. Это, наверное, как бы основное достижение, то, что уже все готово для того, чтобы работать с нашими инвесторами. Можно попасть на недобросовестного застройщика, да, то есть который вам на входе обещает там 20% return on investment, а по факту вы получаете ноль. То есть вы покупаете какую-то недвижимость разрекламированную, вы приезжаете в его красивый офис. Тут есть компании, которые высылают за вами лимузины, вас встречают в аэропорту, привозят в офис, там ездят роботы, все такое красивое, вы понимаете, что это солидная компания, брошюры, макеты, шоурумы, да, вам рассказывают, что это глобальная компания. И у меня есть знакомые инвесторы, которые так покупали на обещаниях, и в итоге говорю дальше, что они говорят, ну, первый год нам говорили ждать, потому что объект строится, пока еще никакого там кэшфлоу нету, второй год вроде что-то там они выплатили дивиденды небольшие, там порядка 6 тысяч долларов, третий год оно практически по нулям, потому что у них, у этого застройщика собственная управляющая компания, собственная аудиторская, видимо, компания, которые все как бы так делают, что все доходы от недвижимости в управлении уходят на обслуживание от недвижимости. Где-то я такое уже встречал. Твой директор, кстати, очень такую интересную информацию дал, что можно вляпаться здесь на раз-два, если не разбираешься в рынке. Вот ответь, пожалуйста, на вопрос, а все ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд, когда ты полистал ролик, посмотрел интернет, но не погрузился в вопрос?
Да, ты абсолютно прав. Везде, да, есть обратная сторона. Мы даже внутри в компании говорим о том, что есть темная часть Дубая, да, которую мало кто знает, но на самом деле все новички, которые только выходят с самолета, у них начинается реклама, да, в Фейсбуке, в Инстаграме, они здесь работают, и у них сразу начинается реклама, и чаще всего, естественно, там в большинстве случаев это скам, если мы говорим про инвестиции, про недвижимость и так далее. Я хочу сказать очень важную мысль. С одной стороны, мы действительно видим позитивную статистику. Дубай сейчас он входит в топы во всех мировых рейтингах по самому быстрому росту количества долларовых миллионеров здесь. Потому что, ну, понятно, здесь мы уже поговорили, хорошие зоны, очень быстрая регистрация, такой большой можно фаст-трек построить, быстрый. В первую очередь хочется сказать про рынок недвижимости, что мы уже узнали, да, здесь за это непродолжительное время, там, за эти полгода, которые мы здесь. Последние 10 лет Дубай знал 4 кризиса уровня, как кризис, например, в России 2008 года, когда застройщики поголовно все банкротились, кроме, там, например, топ 5 застройщиков. Что это значит? Это значит, если мы сейчас едем, и в центре, если замечали, стоят пустые здания. Замечали. Это все монументы того времени, когда застройщики не смогли закрыть свои обязательства, например, перед банками, не могли продать. Рынок недвижимости катился вниз. И в 2008 году, на самом деле, правительство Дубая молодцы. Они, например, создали DLD, Dubai Land Department. Это то же самое, как Росреестр в России, такое министерство, которое занимается регистрацией сделок, и оно направлено на повышение уровня прозрачности рынка недвижимости. Чем они занимаются? Во-первых, они жестко зарегулировали регистрацию сделок. Они абсолютно жестко зарегистрировали отношения между всеми девелоперами, да, строительными компаниями, которые здесь строят, и государством. Теперь это все прозрачно. Кто где строит, какую землю берет, какой прогноз. Очень интересно, зачем вообще это было создано, да, это министерство, потому что сейчас правитель Дубая, да, шейх Бин Рашид Аль Мактум, он поставил цель увеличить количество населения, то есть резидентов, ровно в 2 раза. Но суть в том, что рынок недвижимости – это первый рынок, о котором они беспокоятся, когда идут к этой стратегии. Почему? Потому что, когда ты получаешь резидентство, естественно, ты переезжаешь и покупаешь, скорее всего, здесь недвижимость, квартиру, виллу, неважно. Ты покупаешь здесь дом для своей семьи, для себя, там, да, для своих будущих амбиций, условно. И, естественно, когда рынок катится вниз, да, как это было 4 раза за с 2008 по 2018, да, последние 4 года рынок растет, это невозможно представить, потому что когда рынок недвижимости падает и застройщики банкротятся, люди просто боятся покупать недвижимость, и это абсолютно нормально. Поэтому в Дубае сейчас очень много правительства вкладывает в прозрачность рынка недвижимости. Мы как раз-таки с 2 министерствами, с Министерством искусственного интеллекта, тут такое есть. И, кстати, тут есть Министерство счастья, кому интересно. Да, не знаю, чем все там... как в той книге Джорджа Оруэлла. Ну, как, например, в скандинавских странах, да. И есть здесь, с кем мы еще работаем, это как раз-таки Dubai Land Department, это Министерство Дубая по регистрации сделок и по развитию рынка недвижимости. Очень много ассоциаций здесь есть, и мы с ними делаем проект как раз-таки по прозрачности рынка, потому что основные покупатели в Дубае – это зарубежные покупатели, зарубежные инвесторы, канадцы, англичане, индусы, китайцы, русские, и не только. Это на самом деле около 50 разных национальностей здесь живет. Это как раз-таки почему ты, да, чувствуешь себя здесь как дома, потому что здесь все приезжие, такой же, как и ты, собственно. Некий такой, знаешь, образовался арабский Нью-Йорк. Да, знаешь, на самом деле все здесь говорят чуть по-другому, говорят арабская Швейцария. Да, Швейцария всегда во всех мировых событиях занимала нейтральную позицию, она не проходила ни на правую, ни на левую сторону. Вот только сейчас она уже заняла, да, там какую-то свою окончательную позицию. На самом деле арабский мир рад всем. В общем, если у тебя есть возможности, есть амбиции, если есть деньги, приезжай, собственно, купить здесь все очень можно просто. Вы готовы? Ребята, вот здесь нас встречает уже квартира с 2 спальнями, но планировка просто потрясающая. Я вот серьезно говорю, вот сейчас вы точно влюбитесь. Вот смотрите, мы заходим в прихожую, мы заходим на кухню, друзья. Посмотрите, вот эта квартира уже, скажем так, образцового показателя, специально для того, чтобы ты пришел сюда и влюбился, так как они ее обставили мебелью, уже сразу создается уют, ты уже чувствуешь, что ты пришел домой. Коврики, все остальное нам уже местами, да, знакомо, вид из окна первый, мы вам сейчас все детально покажем. Кухня-зал, все ровно то, как, например, люблю я. Как вы будете обставлять эту квартиру, это понятное дело, все на ваше усмотрение, это лишь исключительно пример. Но
первая фишка вот этой квартиры – это балкон. Ребята, обратите внимание, я вам говорил, да, что с каждой квартиры, чем больше площадь, тем больше здесь все. Подчеркиваю, эта квартира около 80 квадратов. Ты выходишь и получаешь вот такую себе шикарнейшую, я бы сказал, террасу. Здесь у тебя огромное количество места, то бишь ты здесь себе можешь делать целую лаунж-зону. Проходишь сюда, смотри, еще огромная территория. То бишь у тебя открывается, по сути, вид и вовнутрь дома. У тебя открывается вид на город, у тебя открывается вид, короче, на три стороны. Ну, это шикарно. И здесь вечером можно неплохо прибалдеть. Пошли, 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 пошли. Значит, большой коридор. Первым делом нас встречает первый санузел. Все как у нас дома. Раковина, туалет, места достаточно. Идем дальше. Нас встречает первая спальня, комната. Заходим. Расставлена различная мебель, кровать. Понятно, что можно все это поменять. Повторяться не буду. Мне очень нравится, что высокие потолки. Мало того, что везде уже предусмотрена система кондиционирования, так самое главное, что вот в такой комнате больше собирается кислорода. Таким образом, ты лучше выспишься. Ну, это вообще в целом очень хорошо. Далее у нас идет второй санузел, где вы уже можете полноценно принять душ. Большая душевая кабина. Можно напрыскаться, накупаться, с чистыми перьями выйти и отправиться, например, уже в свою комнату. Пусть это будет ваша. Здесь у нас идет еще один санузел. Как вам такое? То есть это получается у нас такое некое мастер-бедрум. Таким образом, два санузла и третий, где просто унитаз и раковина. Ну и тут полноценная спальня, плюс-минус нечто похожее на то, что мы видели сейчас, но со своим балкончиком. А это говорит о том, что дополнительная площадь, дополнительная возможность прекрасно проводить время. Ну а цена такой квартиры порядка 500 тысяч долларов. Ребята, все цены, которые мы озвучили по квартирам, это пример для того, чтобы можно было ориентироваться. Ведь все зависит от стадии. Можно купить на этапе котлована, можно купить уже в готовом доме, куда заезжай и живи. Важно понимать, что в каждом доме здесь идет подземный паркинг, и у вас сразу есть машина место, то есть его покупать отдельно не нужно. Также у вас будет бассейн, спортзал, сауна, хамам, в общем, все, что идет с комплексом, вы всем этим делом сможете пользоваться, и это здесь повсеместно. В процессе общения с ребятами я спрашивал, как открывали компанию. Все сделали вообще дистанционно, наняли юриста, который подготовил документы, в общем, никаких проблем в этом плане не было. Как они рассказывают сами, если делаешь все правильно, если есть желание стремиться развиваться, возможность такая есть. Сами видите, глаза у них горят, встречи с людьми проводят, каждый день идет какая-то жизнедеятельность, развитие компании идет только вперед. Мне кажется, ролик получился максимально объективным и открытым со всеми своими плюсами и минусами. Таким образом, я говорю огромное спасибо руководству компании «Реалист» за то, что пригласили, выделили время для съемок, дали развернутое интервью. Пишите ваши комментарии, возможно, кому-то что-то непонятно, буду отслеживать, и в последующем сюжете почему бы и не ответить на самые часто задаваемые вопросы, потому что, как я смотрю, это было бы не лишним отвечать на ваши комментарии. В общем, друзья, ставьте лайки, высказывайте ваше мнение, подписывайтесь на канал. Все полезные ссылочки на ребят оставляю в описании для того, чтобы вы сами могли с ними пообщаться, спросить, что, как, к чему, с точки зрения работы, сотрудничества или же покупки недвижимости в Дубае. У меня на этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.